Ведь все могло быть гораздо проще. О, блинушки! Какая мамочка! Мама, мама, мама! Всем хай! С вами Юджин, и сегодня мы продолжаем с вами играть в Poppy Playtime. Скорее всего, это последний эпизод. Последний видос по этому эпизоду, я имею в виду. До сих пор меня только радует эта часть. По-моему, она... Ну, она превышает. Она превышает! Вы вспомнили наш старый с вами мем. Превышающая часть. Видно, что разработчики любят свою игру по-настоящему и выпускают ее только когда она готова. И они пытаются себя превысить постоянно. Поэтому они превышают настолько. Окей, мы вот взяли батарейку. В прошлом эпизоде был настолько дикий скример, жуткий. Если не видели, посмотрите обязательно. Внизу будет ссылка на плейлист по Poppy Playtime. Вообще, все эпизоды в моем исполнении позырьте. Если вы здесь новенькие, не видели еще ничего. Ну, посмотрите. А, здесь ничего нету. Окей. Мы открыли дверь. Значит, может, вот так. Ого, продвигаемся потихонечку. Что? 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 Мы же здесь уже были. Или не были? Оу. Слышите? Оу. Купол. Стрёмно. Что-то пошло не так. Подбери шнур из кабинета советника. Подключи его к питанию под статуей. Нам нужно дойти до 100%. Удачи. Чё так темно? Как темно стало. Где этот шнур? Я... Моя не видеть, где шнур? Все, мы не можем зайти. Может быть, где... А, где звук? Нет, звук в другом месте. Блин. Слышь, чем в эту сторону? Звук пип. Внизу, он внутри здания. Так. Теперь мы знаем, что в любой момент... В любой момент могут быть скримеры. Чё там? Что? Снова ключ. Чё, куда? Куда этот ключ ведет? Как этот кот Дремот успевает так все подготовить к нашему приходу? Он успевает еще, помимо того, что здесь бардак наводить, так он еще может там пугать нас, в других локациях. Мы пришли отсюда. Меня дери. Вот сюда, может быть? Или мы здесь? Слышите? Кто закрыл? Оно было открыто, они закрыли. Ладно, пойдемте в эту сторону. Сохранение. А, все, и мы тоже подключаем ее. А что, в прошлый раз, что ли, забыл подключить? Я, наверное, не подключил. Ну, бывает. Стоп. Ну-ка. Эй.
Па-па-па. Теперь энергии должно хватить. А теперь принеси эту большую батарею в зоне генерации газа. И мы сможем выбраться. Эта дверь недалеко от вагонетки, которая тебя сюда пустила. Удачи. А, та синяя! В самом начале, я помню. Ну, я не думаю, что нас так просто туда пустят. Олли еще говорил, я помню, о том, что какие-то два охранника там есть. Что же мне за ключ такой дали? О-о-о-о. Я не доверяю. Каждый поворот для меня теперь опасен в этой игре. Любое самое рядовое действие — это опасность. Что так сделаем, чтобы было светлее? Противогаз, говорит мамочка. Ой, не то. Не ту кнопку нажал. Нет, света недостаточно будет так. Ну что ж. Ну что ж. Ведь все могло быть гораздо проще. О, блинушки. Какая мамочка. Мама, мама, мама. Одевай противогаз. Он не одевает его мне. О-о-о! Нет! О, какой он был страшный! Эти души заслужили покой. Поднимайся. Почему мой противогаз исчез? Секунду. Давайте посмотрим сейчас, есть он у нас или нет. А, ладно, мы сейчас отнесем быренько. Ну-ка. Противогаз исчез, я не могу его даже сейчас одеть. Не знаю, просто все. Нет противогаза. О, ладно. Что ж, каким же образом нам нужно теперь действовать? Я так понимаю, код Дремот таким стрёмным стал именно потому, что газ на меня начал действовать. И как же нам поступить? Куда нам нужно идти? Эта дверь, судя по всему, закроется просто-напросто. Значит... Из того, что мы можем использовать здесь. Здесь еще дебильный сейв. Я так понимаю, что как только я сдохну, я опять окажусь там. Придется делать все эти дебильные действия заново. Стрелять в него вряд ли получится. Ну ладно. Ай. Что ты от меня хочешь? Окей. Пожалуйста, поехали отсюда. Какая тварь жуткая. Черт. Давайте, надо смотреть наперед. Что нас там ждет? Он сейчас сверху нас будет поджидать. Он же быстрее меня. Мы совсем в другую локацию попали. Все, мы полностью во власти этого газа. Красиво. Как красиво стелется. Нет. Дерьмо полное. Кассета. Код для входа 24-45-9. В отношении эксперимента 1006. Прототип. На каждой сессии он упрямится и молчит. Но мне все равно удается добывать свежие данные. На сегодняшнее открытие... Конец записи. Вижу, ты готов поговорить. Я имею... Вопрос. Разные голоса. Слушаю. Вы что-нибудь чувствуете?
Что ты имеешь в виду? Вы нас пытаете. Избиваете. Разрываете плоть. Это доставляет вам какие-то эмоции? Внутри тебя есть тайна 1006. И эта тайна бесценна. Я режу и жгу ради того, чтобы разгадать эту тайну. И с каждой процедурой я становлюсь все ближе к загадке. Отгадке. Ты можешь молчать или говорить, сдаться или бороться. Это не важно. С каждым днем я узнаю о тебе все больше. Это приводит меня в восторг. Спасибо. Ты благодаришь меня? Конечно! С каждым днем я узнаю о вас все больше. Господи, как это страшно. Что это за люди такие ученые? Как им удается быть настолько твердокожими, чтобы общаться с такими тварями? Помните, я снимал видос по первой части Poppy Playtime, когда она только вышла, и снимал фильм короткометражный. А тогда я думал, что эксперимент 1006 — это хаги. И все так думали на самом деле. По сути, я сейчас мог бы... И, кстати, если вы не видели этот видос, посмотрите. Очень прикольный, и очень популярный стал во всем мире даже. И можете посмотреть либо в описании, я там ссылку оставлю. Крутая штука, горжусь этой работой. И, по сути, я сейчас думаю, что я бы мог просто переделать тот фильм, изменить графику и заменить хаги на прототипа. Конечно же, никто пока не знает точно, как выглядит прототип, но я так понимаю, что это смесь разных игрушек, разных персонажей в одну кучу собранных, и вот эти вот руки металлические, длиннющие. Окей. Слушайте, здесь не зря так много различных ходов. Судя по всему... Опа. Судя по всему, мы будем с вами... Оу, здрасте. Мы будем с вами носиться еще так. Чего? Почему? Не знаю, как это работает. Так, смотрите. Мы убираем дым. Что от нас требуется здесь? А мы даже пройти здесь не можем. Может быть... Нет. Да, господи, цепляйся. Он цепляется только одной рукой почему-то. Ладно. Видимо, еще рано открывать. Вот так надо делать. Чего? Еще раз. Мы взяли отсюда. Стоп, тут же написано что-то. В правой и левой стороне комнаты, в передней и задней части, должны быть небольшие углубления с разъемами для заряда. Посмотри. В правой и левой стороне здания. Понял тебя. То есть там мы можем пойти? Дай сюда. Типа... Вот так. И нужно вторую, да, взять. Что мы делаем? То есть мы либо одну можем запитать. Ладно, пойдемте в эту сторону смотреть. Черт, мы отсюда пришли. Давайте пойдем в ту сторону.
Зачем нам нужно баррикадироваться отсюда? Включать этот дым. Причем забавно, мы не можем ходить по нормальному воздуху, но можем ходить... Стоп, смотрите, смотрите. Появился один разъем. Ой-ой-ой. Страшно, не надо. Так. Осталось 170. Что я должен? Что, блин, нож? Что мне нужно? Я не даю ему пройти, когда воздух окей, да? Как мне открыть? Вот это внезапно он подобрался ко мне. Настало время жатвы. Тело еще свежее. Скоро появится код Дремот. Приготовься, эта комната защитит тебя. Раньше это место было укрытием. Возможно, сейчас здесь будет безопасно. Осмотрись. В комнате должны были остаться батарейки. Используй их, чтобы запитать любой нужный предмет в комнате. Фальшфейеры помогают отличить иллюзию от реальности. Они пригодятся тебе в битве с ним. В этой комнате слева за тобой должен быть зеленый разъем питания. Его можно включить при помощи батарейки. Посмотри, в этой комнате слева за тобой. В этой комнате слева за тобой, ага. Его можно включить при помощи батарейки. Слева. Ну, здесь зеленый разъем. Ну, вот он, хорошо. Правильно? В правой и левой стороне комнаты, в передней и задней части, должны быть небольшие углубления с разъемами для заряда. Посмотри. Правая и левая части здесь и здесь. А, комната, имеется в виду только эта комната. И время нам нужно было дождаться. Пока нам нужно 160 секунд продержаться, переключая различные места, чтобы код Дремота, если мы его видим вот здесь, то нужно здесь врубать свежий воздух, судя по всему. Ну, ладно. Да я вижу, да, что есть разъемы. Ну-ка, мы могли, по-моему, сюда вставить, да? Вот. Правой и левой стороне. А, ничего не поменялось. Вот так мы это делаем. Понял. А можно так сделать? Вот сюда нельзя почему-то. Вот так мы защищаемся. Но как включить вот эту сторону, я что-то не понимаю. Так, достаем. Еще раз, если сделаем, то он дует. Вот он дует с двух сторон. Это если мы... Вот это... Получается как-то дерьмо полное. Страшно. Но на всякий случай это можно использовать. Можно достать. Короче, у нас есть вот только столько батареи, которые мы можем использовать для защиты. Ладно, давайте попробуем. Значит, смотрите. Вот это включает пар здесь. Чтобы включить пар тот, я пока не понял, как это делается. Я думаю, нам нужно в первую очередь это понять. Где же его включать здесь? Видите, он куда-то туда уходит очень далеко. Не то. Ну-ка, можем ли мы сюда? Нет. И сюда мы не можем. Хорошо. Так, ну вроде приготовились. Да. То есть вот это и та включается понятно как.
погодите. Единственное, что я еще не понял, если вот это включает пар вот здесь, то эта штука должна у нас что включать? Смотрим. Включает этот пар. То есть мне даже батарейка не нужна. Нет. Батарейка обязательно нужна. Хорошо. Давайте, наверное, воспользуемся вот этой батарейкой. Все, понеслась. Ага. Нам нужно включить вот эту. Слышите? Вон он ходит. Так. Единственное, что непонятно только... Единственное, что непонятно, как вот с этой быть. Он же идет! Быстрей, 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 быстрей. Скорей! Успел, успел. Отогнал тварь. Блин. Хорошо, в какую сторону? Он идет только оттуда. Быстрее, 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 быстрее. Куда ты? Цепляй уже. Хорошо, отогнал. Смотрите. Блин. 128 секунд осталось. А как мне? Черт! Гоняем. Что я должен сделать? Что я должен сделать? О! Простите. Так, я сейчас что-то запутался. Какое действие? Блин! Как он меня зацепил? Эти души заслужили покой. Смотрите. Поднимайся. Смотрите. Когда мы увидели его настоящего, видимо, там наверху, что-то мы должны были, может быть, с ним сделать. Не зря же нам дали возможность открыть. А-а-а! Смотрите, эта штука открывалась все это время, не заметил. Что такое? А-а-а, временная у нас. Окей, окей. Что ж, теперь у нас больше батареек. Все, нам эта штука не нужна, получается. Эту батарейку достаем. Все. С обнаружением... Возможность открывать эту решетку нам стало чуть-чуть спокойней, легче. Что нам теперь делать? Ждать? Я уже все посмотрел. Эти две забаррикадированы. Это мы просто спокойно достаем. На самом деле, большую часть можно делать вот отсюда. Но правда, мы не будем видеть ничего. Что плохо. Раз, два, три, четыре. Раз... Два, три, четыре батарейки. Как раз таки есть. Теперь нам нужно... Что мы делали? Так. Я не помню, каким образом включалась та штука. По-моему, так что ли? Нет. Почему она перестает? Видите, газ не бесконечный, он только отсюда бесконечно валит почему-то. Окей, ну что, понеслась. Все, тут мы обезопасились. Есть только два места, откуда он может пойти. Не идет.
пока не идет. Секунды. Это очень много. Почему он не идет? О, вот теперь он идет. Ну-ка, ну-ка. Ах ты, сволочье. Да! Черт! Есть. Все. Обезопасил. О, вторая! Пошло, 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 пошло! Как там дела у нас? Пока безопасно. А почему в этот раз мы не можем открыть? Very good. Все очень good. Вот сейчас будет, мне кажется, сложно. Сто секунд. Когда мы начнем доставать уже батарейки отсюда, будет супер сложно, я думаю. Хорошо. Хорошо. Есть! Ну ладно, давайте. Так ты что такой неметкий? Что это? А, надо закрывать. Пожалуйста, извините. Да, я правильно сказал, надо закрывать. Ой-ой-ой-ой-ой! Скорей! Very good! Нормально. Минута осталась. Внимательно. Внимательно. Три точки, из которых он может пойти. Секунд! Мы... Нет! Закрой! Very good. Фу. Что-то начинает горизонт плыть. Вы видите это? Скорей! Я сейчас сделаю это. Рано еще тебе умирать. Рано, Евгений. Все, не, ты не сдох. Ты можешь попробовать еще разок. Ну что ж. 175 секунд. Погнали. Только два места опасных. И нам везет, что пока что отсюда он не идет. Потому что меня нервирует это вот сюда. Прыгать, вставать, успевать. Ага. Ага. Следующая, по-моему, в 100 секунд будет загораться. Или нет, не помню. Есть. Хорошо. Нет! Давайте вот эту лучше, чтобы без света. Похрен на свет. В основном почему-то отсюда идет, да? Заметили? Здесь вообще перестал ходить. Влево, вправо. Влево, вправо. Смотрим. Влево, вправо. Влево, вправо. Ладненько. Не хочешь идти? Мне же от этого лучше. Мне же от этого комфортней. Забираем. Хорошо. Хорошо. Идет. Есть. Есть, 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 есть.
О, быстрей, быстрей, быстрей! Есть. Черт, жалко, нельзя синюю руку использовать. Ага. Ну все. Хардкор. Хардкор, детка. Кстати, а как без батарейки-то эту стенку закрывать? Этот проход? Пока я не знать. В эту сторону? Да, в эту сторону, понял. Раз, два, три, четыре. 16 секунд. 16 секунд. 6. Пожалуйста. 5. Что потом делать? Есть! Стреляй! Да! Да, 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 мы подожгли его! Нет! О боже мой! Такое ощущение, как будто бы прототипу нужны были мы. О, моя рука! Что он отнял у нас? Он отнял у нас зеленую. Такое ощущение, как будто прототипу нужны мы, чтобы всех этих монстров убивать и делать его... делать их частью него. Слушайте, ну, может быть, нам теперь сюда? Нет. А куда же нам теперь? Слушайте, обратно. Скорее всего, обратно. Ведь так. Точно. Оу. Оу, стой. Может быть. Только если тебя достать, нужно свет везде включить. Все. Просто непонятно, если код Дримот и так поклоняется прототипу, то тот, если хотел его сделать частью себя, просто бы взял бы и сделал. Но, возможно, он такой, ну раз я потерял этого солдата, последователя своего, так, ну, значит, что пропадать добру. Мне показалось, что можно было вот именно момент выстрела в Кота Дримота сделать более эпично. Потому что он такой раз, там даже тряски камер не было. Вот такого накала. Знаете, как было в Портале втором? Там же вот этот прям последний выстрел был сделан просто очень красиво срежиссирован. То есть да, чуть-чуть режиссуры не хватило. Но вообще классно все. Ну что ж. Нет сигнала. Теперь есть. Все, все есть, все подключено. Опа! И что это? Я просто два раза активировал один и тот же триггер, судя по всему. Да, просто то же самое. Ладно.
Вот куда нам нужно. Отлично. Ты здесь. И вновь тебе удалось невозможное. Где она? Я знала, что у тебя получится. Кота Дремота больше нету. Красный дым обезвредили. Благодаря тебе все возвращается на круги своя. Если мы пойдем дальше, тогда тебе следует знать правду. Ты здесь из-за своих коллег. Ты хочешь узнать, что произошло и почему. Это... Это и есть твой ответ. Мы называли это часом радости. Мы сейчас узнаем много правды. Ага, Хаги начал всех мочить. Случилась паника. Это была мамочка. Это Киси, я так понимаю. О, это вот этого мы видели только в той игре кооперативной. Вот кот бегает. О, как много трупов. О, боже мой. Непонятно, почему это произошло. Я помню все в мельчайших деталях. То есть, кто это сделал? И тот звук продолжался так долго, что становилось тошно. Они пробовали прятаться, убегать. Да все что угодно, лишь бы выжить. Я помню их крики. Что происходит? В чем дело? Что это за штуки? Это было массовое убийство, бессмысленная бойня. Они убили всех. Невинных, виноватых. Им было все равно. Все эти смерти ни к чему не привели. И потом, когда резня закончилась, они утащили тела вниз, где их никогда не найдут. А потом они сожрали эти тела, чтобы выжить. Прототип должен умереть за это. За все. Как только доберемся вниз, лифт отправим наверх. Держись крепко. Крепко. После тебя. А Кис идет с нами? Нужна батарейка это или нет? Как только приземлимся, надо осмотреться. Там что-то... Что? Что она делает? Это не... Нет, 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 нет! Мы идем, держись! Ну же, быстрее! Киси. Прототип до нее добрался. Оу-е, Поппи 3. Ну, как я сказал в начале этого видео, отличная работа, ребят. Просто очень хорошая работа. Я вспоминаю Гартену Бан-Бан. То есть мне было любопытно в нее играть.
Но после третьего эпизода я почему перестал в нее играть, потому что, ну, что-то я просто не могу. На это трудно смотреть, это вырвиглазно. И... ну, меня просто отторгало, в общем. Я третий эпизод, или четвертый, я последний играл, не помню, я вытерпел и такой думаю, ну, блин, это такой конвейер бездушный, вот что аж прям бесит. Ну, мне так показалось. Я, конечно, не делал игры никогда, не знаю, насколько это сложно. Учитывая популярность Гартена в Бамбан, я думаю, они заработали неплохо, чтобы нанять аниматоров хороших и так далее. Но им было важно выиграть, наверное, эту гонку конкурентную между вот такими вот играми. Потому что внезапно они ворвались, когда... они ворвались на волне успеха Хаги, Poppy Playtime. А там еще и Rainbow Friends появились. Еще был Bendy and the Ink Machine. Но вот что Bendy, что вот эта игра. Здесь ребята пипец как потрудились. Каждый эпизод становится все лучше и лучше. И это похвально. Значит, нам остался, наверное, последний. Здесь всего 4 эпизода будет или нет? Как бы там ни было, мне очень понравилось. Не знаю, стоит ли нам ждать каких-то сцен после титров. Давайте нажмем Escape. Ну... кажется, все. Мы закончили, друзья. Спасибо еще раз большое, что смотрели. С вами был Юджин. Увидимся с вами очень скоро. И всем пять!